Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем в схватку с боссом. Выбираем для этого танк Титан. Он как-никак лучше с этим справится. Так, едет первый удар грома. Ага. Так, ой-ой-ой, ладно, здесь стоим. Сейчас он будет подъезжать ближе. Есть удар, смотри. Второй и третий удар. Все, щелкнулся. Готов, босс. Так, второй у нас бомбардир. Армада. Угу. Так, ладненько. Я не знаю, сейчас начнет. Если он сейчас начнет щелкать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте мы его сюда вызовем. Давай сюда, гад. Получай, вонючка. Есть. Готов. Следующий. Легион. Так, это поопаснее, наверное. Сюда попробую выехать. О, нет. Почему так-то, ребята, а? Я не успеваю ничего делать. Они постоянно танков новых завозят и все. Один за одним, один за одним. Вот, смотри, он уже передо мной встал. Что это за глюк? Спросите у разработчиков. Надо будет разработчикам написать, спросить, что это за глюк такой. Не могу никуда подъехать, танк уже передо мной стоит. Разве это нормально? Я считаю, что это ненормально. Так, поехал. Вертолетчик первый. Так, удар сделаем. Так, два удара. Хорошо, отправляемся дальше. И сейчас третий будет удар. Есть. Все. Первый вертолетчик у нас уничтожен. Теперь второй. Бомбардир. Вот он мощный. На. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Хорошо. Еще один ударчик последний тебе. А, нет, нифига не последний. Какой ты живучий, а. На. Все, взорвался. Ну, видишь, хорошо, уже 900 монет. Так, лазерная пасть. Так, отъезжаем. Попробуем его здесь щелкнуть. Так, пока не попадаю. Вот почему он сейчас далеко, скажи мне. О, все, начал попадать. Что-то как-то либо у меня удары слабые, либо он сильный. О, все, наконец-то уничтожили. Так, кто там следующий? Удар грома? Угу. Сейчас мы его тоже отщелкаем спокойно. Есть. О, тихо-тихо-тихо. Так, не могу попасть. На, попадание. Одно. Второе. Какие-то они мощные, нет? Или мне так кажется? Все, ребята, уже 1000 монет. 1000 монет мы заработали. На 1000 монет можно даже купить какую-нибудь окраску. Какую-нибудь окраску купить танку. Неплохую причем. Так. Нет, надо его вызывать поближе, пускай сюда подъедет. О, хорошо, что он медленно едет. Есть, мы прям в гусеницу ему стреляем. Ой, он от удара отъезжает вниз, назад. Здорово. Сейчас с этим так же самое будем делать. Попробуем, получится или нет, конечно. Так, ладно. Сейчас он будет подъезжать сюда. И мы ему не будем давать. А, нет, смотри, у него получилось проехать. К сожалению. Немножко задел, правда. Так, кто там еще следующий? Кнут. Ладно, кнут у меня не так опасен. Сейчас мы его щелкнем. Так, ё-моё, давай, кнутик. Пожалуйста. Есть. Хорошо. 1350 монет, нифига себе, начинали с 200. Гонец ада. Так, нет, вот этих гонцов ада, всяких гонцов, посыльников, нам надо с выступа стрелять. Есть. А, не успел. Ладно, сейчас щелкну. Ой-о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 й. Вот этого я и не хотел. Давайте мы напалмом. Ну, пришлось напалм использовать, потому что у меня все уже
здоровья, думал, я его уже не уничтожу. Хотя она, по-моему, для этого пригодился бы, гада. Ну, сейчас он меня щелкнет, скорее всего. Скорее всего. Потому что, видишь, он кружит над тобой. Он не уходит никуда. Он кружит постоянно, видишь? Убить его достаточно-таки проблематично. Но мы постараемся, конечно. Вот, видишь, мимо есть попадание, еще одно. Ну давай, стреляй же, ё-моё. Все, взорвался. Танк уничтожен. Ну ничего страшного, ребята. Так, 780 монет мы заработали. Ну, считаю, за два кристалла это нормально. Давайте, можно дальше поиграть, например. Эх, давайте поиграем в Зимней войне. Зелененький. Ну давай, хотя ладно, пусть будет вспышка. Играем за Титана. Титан. Мощный танк. Так, кстати, надо будет убрать мне напалм, поменять на ремкомплект. Потому что... О, смотри, какой я большой танк по сравнению с вот этим маленьким. Офигеть просто. Просто офигеть. Просто офигеть. Так, монетки, спасибо, это я их забираю. Так, вот еще этот вонючий танк. А, на тебе, получай. Есть. Едем, отправляемся дальше. Так, вот это вонючка. О, смотри, кто у нас бежит здесь. Смотри, какой он быстрый был, а. Ты че? Кстати, надо будет написать разработчикам, чтобы они, ребята... Ну, придумали какие-нибудь новые локации, потому что тут локация уже. Так, для этого я напалм буду использовать, точно. Он у меня все равно сейчас сохранен. На. А, это еще живой? Нет, все, взорвался. Хорошо. Прям нормально мы босса напалмом подожгли. Так, у меня еще один напалм есть. Я, возможно, их чисто для босса буду использовать. Опа, готов один. Второй. Зимний вариант. Ну, можно же добавить, допустим, какой-нибудь еще зимы, например, в горах. Вот побольше гор сделать. Угу. Игрушка прикольная, мне нравится. Ребята, вам нравится игра Hills of Steel? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне нравится танк Титан, что он, во-первых, большой, мощный. И нравится, что он уничтожает танки легко. С одного выстрела он спокойно уничтожает танк. А также прицеливаться легко. Ну, более-менее. Как бы здесь. Прицел хороший у танка. Потом мне еще нравится этот огнеметик Феникс. Тоже. Он мне раньше не особо нравился, но потом я его, ребята, прокачал. И он начал реально тащить. Так, о, давайте напалм здесь используем. Потому что слишком много танков. Все. Хотя напалм я хотел для босса оставить, но не получилось. Ладно. Босса будем уничтожать своими силами. Кстати, а вот и босс уже скоро будет. Сейчас еще пару танков и босс будет. А, вот этого надо, да? Дурочка щелкнуть. Все. Босс едет. Кто там у нас босс будет, а? Удар грома. А, это нормальный танк. Мы его сейчас уничтожим. Так, попадание есть? О, пошло. Все, видишь? В принципе, здесь напалм не так важен. Как, например, с теми ребятами, которые меня хотели уничтожить. Их очень много было. Кстати, сейчас, естественно, танков будет побольше, чем... обычно. Потому что с каждым новым боссом количество танков увеличивается. Ох, нифига, какой ты резкий, слушай, чувак. Какой ты резкий, а. Так, вот еще, видишь, спрятались танки. Ну, вот это точно там будет стоять. А, давайте, ребята, мы их напалмом взорвем. Ого! Нифига, какой взрыв, ты слышал? Опа! И давайте еще вот этого одного. Есть, готов.
Так, уже... У меня уже 1600 монет, представляешь? Да, 1600 монет. Надо, может быть... Ну, видишь, как бы... Они монеты нужны, потому что нужно улучшать будет танки нам. Но также монетки потом еще нужны для покупки скинов для нового танка. О, смотри, сколько здесь их много, а. Смотри, как они меня гасят. Так, а ну-ка, тихо. На, блин, получай, сейчас, подожди. На, готов. Готов, ребята. Уничтожили. Так, вот еще куча танков. Так, уже здоровье, здоровье, здоровье мое. Ого! Смотри, чем больше в лес, тем больше тем толще партизаны. Смотри, сколько партизанов много. О, я на танк заехал. Все, я буду по танкам ехать. А, все, взорвали меня, ребятушки. Но бывает, бывает. Сколько монет мы заработали? 176 монет, в принципе, неплохо. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и передавайте привет. Пишите в комментариях привет. Я передам привет тебе в следующем ролике. Всем пока-пока.